Да, вот эта водичка в этом году в реке Воронеж. Это ужас. Что она такая зеленая? Блин, помойка какая-то натуральная. Капец. Просто зелень. Почему она так сильно цветет, я не пойму. Кошмар вообще. Как тут рыба выживает? Ну, она прыгает где-то посередине. Она вот сюда даже, наверное, не подходит. Эту зеленую жижу. Такого я тут раньше не наблюдал. Чтобы 1 июля так вода цвела. Я сюда приехал глины набрать. Немножко для рыбалки. Хорошо, сейчас наберем. Сделаем прикормочные шары сегодня. Хочу на дом съездить, попробовать, как там ловится. В общем, вот получилось шаров 20, наверное. Тут с добавлением меда, чеснока, с кашей там внутри. Ну, не знаю, как это все сработает на данную. Ну, в общем, попробуем. Закормим сейчас точку. Что будет интересно. Своими шарами, с медом, еще тут с чем-то, с чесночком. Что подальше. А вот сейчас настолько все тихо и безмятежно, как будто природа заснула. И ветра нету, и тишина, и не клюет ничего вообще абсолютно. Полная тишина. Ни на донку, ни на удочку. Ну, на удочку клюет там, я не знаю, очень мелкая рыбешка какая-то. Лявка там или еще кто-то. Ну, вообще полная безмятежность. От этой безмятежности такое ощущение, что сам сейчас уснешь. Тишина и ни поклевки. Ни одной. В общем, швырнул дальше, поймал бирючка. Вот здесь с удочки сошел подлещик. Прям недалеко от берега. Ну, буду дальше бросать, наверное. Стараться. Одну из удочек. Другую удочку вообще под берег поставил. Не знаю, что получится. Вот здесь вот удивился, то что вот здесь подлещик поймался.
Правда, мелкий, но все равно. Хорошо, будем ждать. Подлещик клюнул на поплавок. Глубина, конечно, очень большая. Где-то метра два, наверное. Ну вот, кстати, надо стал брать. В третий раз я уже на этом месте. Все время все по-разному. На поплавок каким-то образом подлещики начали клевать. На донку клюнул бирюк. Пока один, правда. Хотелось бы, чтобы, конечно, почаще клевал. Ну вот, кстати, есть поклевка. Может, бирючок, может быть, подлещичек. Сейчас узнаем. Или вообще ничего. К сожалению, никого. Неожиданно нашли какие-то грозовые тучи. Ну не грозовые, а дождевые просто, так скажем. Возможно, что и пора уже собираться. Потихоньку. Да и клевать вообще перестало вовсе. Не понимаю, что происходит. Лягушки выпрыгивают, какие-то муравьи тут выбегают. Вообще ужас. С чем это связано? То ли перед грозой они так себя ведут, то ли просто у них какие-то циклы. Вылет какой-то массовый муравьев. Что-то все в природе заволновалось, затрепетало. Возможно, это просто перед грозой что-то происходит. Все, в общем, буду я складываться.